Миротворцы установили непосредственно в самом покинутом селе Фарух Хаджалинского района Азербайджана российский флаг. То есть не на БТР, а именно в самом селе. 7 апреля в селе Фарух Хаджалинского района российскими миротворцами была совершена провокация. Об этом говорится в очередном материале на YouTube-канале «Калибр». Отмечается, что временно размещенный в Азербайджане миротворческий контингент пытается установить камеры наблюдения в селе Фарух. В видеоматериале также говорится об очередной армянской провокации в направлении Агдаринского района. Находится под контролем нашей армии. И представляли вниманию подробный видеорепортаж из данного населенного пункта. С тех пор в оперативном плане ничего не изменилось, и наши позиции продолжают активно укрепляться. При этом мы сообщали в видеорепортаже, что российские войска действительно усилили свое присутствие в селе под предлогом охраны покинутых армянами домов. Но теперь РМК пошли дальше и установили свой триколор в азербайджанском селе. Кроме этого, в настоящий момент миротворцы пытаются установить в Фарухе камеры видеонаблюдения, что тоже вызывает вопросы. Не будем забывать, что РМК находится на территории Азербайджана без мандата и на птичьих правах. Учитывать риски эскалации, обусловленные неисполнением 4-го пункта трехстороннего соглашения от 10 ноября, не следует. И в подобной ситуации любое обострение в регионе станет прямым следствием безответственного и вызывающего поведения РМК.